Еженедельная производственно-техническая викторина продолжается. На прошлой неделе вопрос в рубрике «Крупным планом» задавал пожарной службы ВПО Харсовейского месторождения Олег Трубин. Разумеется, что предметом обсуждения стало устройство, используемое для борьбы с огнем. От читателей «Газовик.Инфо» поступило несколько правильных ответов. К тому же некоторые привели исчерпывающий набор характеристик загадываемого предмета. Ответ на вопрос от автора технической загадки. Это генератор огнетушащего аэрозоля, который применяется для тушения закрытых помещений. Для этого необходимо дернуть за чеку и бросить в помещение и закрыть плотно двери. В простонародье называется гранатой. Подхватывают эстафету вопросов коллеги из Управления по эксплуатации вахтовых поселков. Любителям производственных загадок ее адресует специалист участка по техническому обслуживанию и эксплуатации зданий Станислав Гончаров. Здравствуйте. Что это за деталь? Для чего она применяется и где она устанавливается? Варианты ответов принимаются в комментариях под публикацией вопроса на сайте «Газовик.Инфо» и одноименных группах в соцсетях. Раскроем карты ровно через неделю.